Дорогая мисс Дадли, с тоской в сердце я все дальше удаляюсь от вас, любовь моя. Я пересек всю Европу и, миновав горы мрачной Трансильвании, попал в дикие леса Малороссии. Я видел древнее чудовище со множеством глаз, и зовут его Вий. Позвольте мне представиться. Меня зовут Джонатан Грин. Я ученый, картограф. Письмо от Джонатана. Кажется, он попал в беду. А я изменил маршрут путешествия, чтобы увидеть вашего великого дракона. Он скитается с каким-то несчастным китайским мальчиком. Чен Лань, моя дочь. Джонатан путешествует с девушкой? Передай это Чен Лань. Клянусь, я найду твою дочь. Нет, Эш, не трогай его. Это шлем самого Чингисхана. Нет, это копье Александра Македонского. Нет, 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 нет! Мы наконец нашли печать дракона. Она сейчас у благородного человека. Это русский царь Петр Великий. Мы идем за драконом. У ведьмы твой облик, и все думают, она избранная. Сегодня великий день! Не понял, куда попал? Дракон, лети ко мне, я приказываю!